Ну чё, парни, всем привет. Приехали мы опять на рыбалку. Приехали мы на острова, на наш домик. Приехали вчера на лодке, открыли сезон. Днепр весь чистый. Приехали уже вечером, ничего не снимал, потому что темно уже было. После работы вчера собрались, поставили, тут есть озера, поставили жерлицы вчера вечером, ночью уже ставили. В общем, сейчас пойдем проверять. Так вот, на снега уже нету, все растаяло. Пойдем проверять жерлицы. Ну что, да, включил уже, вон, парни. Есть три сработки у нас за ночь. Может, даже за утро, да. Поставили мы вчера ночью. Три флага горит. Остальные все стоят. Ну, сейчас посмотрим. Нема ничего. Да, вымотало неплохо. Живец подолбленный такой. Видать, мелко. Да, видать, мелочь, поэтому. Да. Ну так, они тут с тормозом, их просто так, может, мелкая щука. Да. Что-то жерлица уехала. Наверное, мелкая щука. И это уехала. Угу. Неужели ветер? Ну что, подходим мы к следующей сработке. О, и это уехало, да? Ну это вообще не вымотало. Раз живой. Да, это вообще не вымотало. Рыбу все эти что-то поправляют. Да, посмотри, что там с этими. Что же тут у нас? А тут у нас Димон вымотало до самого конца. Да. Есть. Небольшая. Что, парни, есть. Все-таки что-то есть. Ну, не знаю. Может, правда, за что-то завело. Особо не упирается, просто тянется тяжело. Нет, упирается. Вымотала полностью. Хорошая щука, Димон. Хорошая. Так, ну, хорошая. Глянь, глянь. Подожду, жду, жду, сейчас обрежет нахуй. Обрежет. Блин. Тихо, не трогай. Опа. Вот такая, парни. А. Вот она. Посмотрите. Такая, наверное, ближе к двушнику.
А, красота. Красота. Ой. Ой, да ты шо. Фух, вот за вот эти, ну, конечно, да, не сильно большая щука, но результат есть. Да, да, надо под бурок. Ничего, уже, наверное, сезон закончился, потому что, хотя тут еще лед нормальный. Может, еще недельки две продержится, может, тут будем ловить. Так, ну что, остальных сработок нет. Ждем, ждем, ждем. Там посмотрим. В общем, вот такая вот у нас сегодня. Ну что, уже распочинились, улов есть. Может быть, еще на спиннинге что-то ковырнули. Ну, а так. Ну ладно, если будут сработки, буду сейчас отцеплять ее. Если будут сработки, включусь. Сейчас это проверим, пойдем позавтракаем. Я привяжу там поводочки на спиннинге, бо спиннинги лежат там у меня. Надо все попривязывать. И к обеду собираемся выскочить, еще спиннинг покидать. Такое тут у нас озеро. Там с той стороны уже промывает. И с той промывает. Заходы из Днепра получается. Ну, в общем, такое озеро. Ну, щука класс. А, конечно, хотелось бы трофейную такую килограмма на 4-5, может, там 7. Как в прошлом году мы взяли. Ну, пока довольствуемся таким. Брали мы жерлицы, вот идем. Идем, закинули один спиннинг на трол. Идем потихоньку. Авось. Был один, кстати, на жерлице, одну жерлицу странно, она не сработала, или я тормоз до упора потянул. Срезано, нет ни живца. Тройничка, ничего нет, все срезано. Странно очень. Что не сработало, непонятно. Как так нет? Просто что на ночь воды меньше было. Не знаю вообще, как нету. Но, в общем, с одной жерлицы срезало. Ну идем, сейчас еще заскочим, там заливчик один покидаем, попробуем. Может, авось сюда еще проклюнет. Надо же открыть и слотки, чтобы со льда открылись, а слотки. Со льда, вернее, размочились, а слотки. Ничего. В общем, идем. Такой небо у нас. Красиво, конечно. Шум, парни, заехали мы тут еще в заливчик. Трава, наверное, зацепилась. Трава. Заехали мы тут еще в заливчик покидать. Думали, заглянем, есть тут лед или нет. Тут, оказывается, нет льда. Вот тут порастаивало. Так что можно заезжать, пробовать. Ну, вода такой прозрак, конечно, конкретный. Поэтому навряд ли тут что-то будет. Глубина небольшая, в районе метра. Что такое озеро? Ну, не озеро, залив, не прав. Везде трава. Надо, наверное, поглубже выбираться. Не, на то она и рыбалка, конечно. Но хотелось бы что-нибудь проделать. Щучку какую-то еще лупануть. Чтобы открыться по спиннингу. И вообще было бомба. Ну что, парни, приплыли мы на берег, будем собираться. И покидали, и потроллили чуть-чуть. Ну, в общем, лодочка. Кстати, он мотор отстоял. Я последний раз на нем плавал в ноябре. Сейчас у нас уже середина февраля. Без проблем завелся. Ну, не с первого раза, раза с четвертого. Завелся отлично. Я, конечно, думал,
будут какие-то осложнения, без проблем. Завелся. В общем, собираемся. Такая у нас рыбалочка получилась. В общем, всем спасибо, кто смотрит. В общем, у нас сегодня открытие лодочного сезона получилось. И зимняя рыбалка на жерлице. Ну, неплохо.